Книга «Открытым оком», тема «Ереси секты», вопрос 762. Сегодня в мире сотни конфессий. Как неграмотному человеку, по каким признакам найти истинную церковь Христову? А разве обязательно быть церкви? Можем ли спастись вне церкви? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Легко рассуждать, теоретизировать, когда позади уже 40 лет нахождения в истинной церкви. Не нужно быть упрямым, держаться за свое, если оно не основано на Библии. Вера – это дар неба, и об этом надо просить, чтобы Бог послал добрые книги, добрых наставников, учителей. Нужно просить у Бога денно и ночно веры в Бога и Его Святое Слово. А без этого будет всего лишь кружение, как Пушкин выразил в стихотворении «Бесы». Если нет авторитета Библии, то все вопросы делаются неразрешимыми. Нужно довериться не своему уму при понимании Библии, но принять на веру как откровение свыше, толкование святых отцов. Шестой Вселенский Собор, 19 правило. Предстоятели церквей должны во все дни, наипаче же, в одни воскресные, получать весь клир и народ словесом благочестия и избирая из Божественного Писания разумение и рассуждение истины, и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов. И если будет исследуемо слово Писания, то не инако, инако да изъясняют онные, разве как изложили светила и учители церкви в своих писаниях, и сим более да удостоверяются, нежели составлением собственных слов, дабы при недостатке умения всем не уклониться от подобающего. Ибо через учение вышереченных отцов люди, получая познание о добром, о добром и достойном избрании, о неполезном и достойном отвращении, исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут ни дугом, ни ведением, но, внимая учение, побуждают себя к удалению от зла и страхом угрожающих наказаний, соделывают свое спасение. Ошибка сектантов в этом и заключается, что они сами растолковывают Писание, не видя, что их толкование противоречит иным местам Библии. Сколько голов, столько и умов. 1 Коринфянам, 12 глава, 28 стих. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Ефесянам, 4 глава, 11 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. 1 Тимофея, 1 глава, 7 стих. Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Евреям, 5 глава, 12 стих. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Премудрость Соломона, 13 глава, 6 стих. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его. Премудрость Соломона, 14 глава, 22 стих. Потом недовольно было для них заблуждаться в познании о Боге, но они, живя в великой борьбе невежества, такое великое зло называют миром. Сираха, 16 глава, 23 стих. Скудный ум думает так, и человек неразумный и заблуждающийся размышляет так глупо.